Военно-патриотический проект «Призывник» начал отсчет своей новой истории с торжественного митинга. С трибуны в адрес участников состязания звучали слова напутствия и пожелания удачи на спортивных площадках. В этом году несколько сотен старшеклассников решили испытать свои силы и побороться за звание лучшего. В основном сюда приходят ребята уже мотивированные, которые занимаются спортом. То есть показатели у нас каждый год примерно одни и те же. Потому что это все-таки ребята, которые регулярно занимаются и физическими упражнениями, и если это соревнования по стрельбе, то они соревнуются и по стрельбе. Традиционный слет молодежи «Призывник» объединил на спортивных площадках 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады школьников со всего города. В очередной раз старшеклассники показывали высокие спортивные результаты по общей физической подготовке, подниманию гири, дарсу, стрельбе, сборке, разборке оружия. Для многих участников соревнований это хорошая возможность проверить собственную готовность к службе. Мы уже 4 года посещаем 38-ю бригаду, разбираем автоматы, занимаемся воздушно-десантной подготовкой, ну, то есть для нас это не впервой. Лучше всего мне больше нравится разбирать, собирать автомат. Ну, я считаю, что каждый юноша, уважающий себя, должен уметь разобрать, собрать. Кроме непосредственного участия в соревнованиях, у ребят была отличная возможность пообщаться с военнослужащими части и задать им интересующие вопросы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербан, Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».